Не пройдет и года, как Экотехнопарк будет представлять собой центр транспортных и экологических инноваций небесных дорог. И на его территории будут пролегать транспортные системы SkyWay – городская, высокоскоростная и грузовая. Пока же инженеры, конструкторы и строители закрытого акционерного общества «Струнные технологии» обеспечивают своевременное и качественное исполнение всех работ, необходимых для ввода Экотехнопарка в эксплуатацию согласно намеченному плану. Конструкторы элементов этого уникального объекта не ограничиваются кабинетной работой, ибо только в поле, непосредственно на месте строительства, есть возможность убедиться в том, что все осуществляется согласно авторскому замыслу. Я Макасевич Ярослав Валерьевич, начальник бюро железобетонных конструкций. Ну, в данный момент мы наблюдаем армирование первой анкерной опоры. Вот, уже заармировали фундамент. Залили фундамент, он уже набрал прочность достаточную для того, чтобы производить дальнейшие работы. Выполнены выпуски из фундамента и производится из арматуры уже несущей конструкции стен, диафрагм жесткости. В общем и целом, армирование соответствует требованиям, нормам строителям. В данный момент мы проводим авторский надзор. В этот день на территории Экотехнопарка производится армирование пилонов и диафрагм жесткости концевой анкерной опоры.